пополнить Амазовый Free Fire, сайт донатов.нет тебе в этом поможет. Здесь ты можешь приобрести любое количество алмазов по самым низким ценам. Алмазы приходят максимально быстро и не нужно ждать часами, чтобы вам пришли алмазы на аккаунт. Помимо Free Fire, вы также можете донатить и в другие игры. Забудьте про передачу аккаунта, все пополнения только по ID или UID. Также вы можете пополнить баланс Steam или PlayStation. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Донатить в игры снова просто, ведь с донатов.нет донат есть. Ссылка в описании. Салам алейкум. Алейкум. Это твоя королевская битва. Как дела? Нормально. У тебя там? Рулетки есть. У меня нет рулетки, братан. Русик, я рулетки не ставлю. Нет у меня рулетки. У нас лох. Здравствуйте, меня обманул Imagine на 80к рублей. И я девушка, пруф есть. Можешь помочь? Помогите, пожалуйста, чтобы обманул видео. В смысле, ты девушка, тебе Imagine обманул на 80к? Мак. И? Стрельдейс нормально. Я оружие же помню. Оружие за тысячу легко. Пацан, откуда вы? Из Кыргызстана. А, Кыргызы? Да. Все, понял. Давно играете? Примерно 4-5. Не устали от Free Fire? Нет. Нет? Просто. А помимо Free Fire что играете еще? Да что, стрима не болей, Константин, огромное спасибо. Блин, не болит, блин, натуре. Не знаю, давно не болел, год не болел, сейчас пах как-то непонятно заболел. Молодец. Второго, да, это микрофон, все понял. На кумыском говорить с ним, они 90% понимают. Да, не, 90% понимают. Они кумыски максимум понимают, там, 20%, и я также. Многие думают, что там прям все похоже. Нет, очень не похоже даже. Где они? Вижу врага. Иду. Вот челика вижу. Ну раньше вот так залетали, ребята. Почему сейчас не залетает вообще, я не понимаю. Что-то, блядь, что-то пофиксили они, что ли? Типа, сдалека не залетает, что ли, или что? Не могу. Блин, я на этой фигне его догнать не могу. Что за бред, блин? Я на этой фигне догнать не могу. Это что такое было? Блин, что за это скорость? Это что за флеш, блин? Это реально флеш какой-то, блин. Как он так бегает быстро? Блин, я в шоке. А вы знаете Ириса? Знаете Ириса? Да. Игрока такого есть. Ирис, знаете? Аккуратно. Где лучше донатить, подскажите? А, в Магашопсе там очень дешево, в отличие от других, там, Playrock и так далее. Магашоп есть, очень бомба, у меня в телеграм-канале есть этот Магашоп. Можете там донатить. Очень выгодная тема и очень дешево по сравнению там, с Playrock. То, что 1700 стоит, то, что 3000 стоит в плеерке алмазы, там стоит 1700. Разницу чувствуете? 1300 рублей разница.
аккуратно упал, да, отлично. Ой, СВД. Ну чё, пацаны, Корол вернулся, чат? Чат, Корол вернулся? О, ничего себе, заход, и тут куда король, этот... Король Вардраца, кого Вардраца, или как там было? Как в этом фильме было? Беру защитную авиапосылку. Чищу правую ягодицу. Я аккаунт хотел купить, а этот биомусор скинул основную привязку, но не стал менять данные, то есть номер, уже как неделю игнорит. Это как? Это такая же ситуация, как с тем челиком? Блин, что это? Блин, мы уже 3-4 локации прошли, ни одного игрока не увидели. Они, я не понимаю, они на победу играют, что ли? У маги 100к, у мазов стоит 42 тысячи, прикинь, в два раза дешевле, чем в плеерке. Конечно, блин! Прикинь, 100к у мазов в плеерке почти 100к рублей стоит. Там 90к что ли стоит? А в магашопсе ты можешь это за 42 тысячи рублей взять. Блин, просто вот этот плейрок просто наживаются, жесть, просто. Как они наживаются на этой беде? У людей беда, люди не... Санкции, люди не могут донатить, а этот плейрок наживается на этом, зарабатывая в 3 и даже в 5 раз больше, чем... Просто наживаются на этом. Я сразу купил 3к алмазов. Не, ну я считаю, это очень дешево. Я не знаю, я устал, блин. Посмотрите просто для интереса. Куда он бежит? Вот куда он бежит? Ну что он делает? Он по линии идет, что ли, зоны? Что это такое? Мы были вот здесь. Даже. Тут никого нету. Тут никого нету. Тут никого нету. А нет, тут никого нету. Тут никого нету. Вот так прошли, мы никого нету. Да что дальше никого нету. Что за фигня? Что за бред, блин? Спайдермен, Спайдермен. А, ну уже пришли люди, да, пока мы там. Я Аня. Надо сконцентрироваться. Вон там челик еще сзади. Я у вас. Все, сконцентрируйся. Ну почему не летит? Я не понимаю. Ну это твоё мнение. Он там челика убили? Привет, искал на YouTube хорошее видео, полсорок в пайр, на пока не нашел подкаст, чего ты играешь? С Bluestacks играю, аноним. Играю с Bluestacks, играю. Пятый Bluestacks, очень хороший Bluestacks в данный момент играет для Free Fire. Четвертым играл. Там ничего сложного нет, просто надо научиться. Один раз, если настроишь, уже второй, третий раз, ты уже автоматически можешь спокойно настроивать. Но я, блин, братан, я тебе сейчас не советую играть с эмулятора. Есть только один на один ультиматум, или же там какие-то такие режимы. Спасибо. Только это если играть. Почему? Потому что в рейтинг ты с ПК не залетишь, это 100%. Просто не залетишь. Ебать, не тяжело. Я так угрожал геймеру, он в минусу на 60к рублей. Ну, братан, честно скажу тебе, у кого есть рулетка, они никогда в минусе не бывают. Никогда. Они никогда в минусе не бывают. Потому что, ну, я считаю, это...
Ну, рулетка это же... Рулетка это, блин, сам по себе это... Ты ответил на этот вопрос. Рулетка это как бы, блядь, как казино. Это казик, по факту. Рулетка это и есть... Рулетка это и есть казик. Ну вот, например... например, насчет геймера. Он сам говорит тоже, как и я. Он говорит, ребята, моя рулетка, ну, не только моя, любая рулетка, это по факту, ну, казик, да? Вы сами знаете, куда вы, ну, донатите, да? Ну, типа, бывает, как вам сказать? Они, ну, вот геймер говорит, люди сами согласны мне донатить, типа, на рулетку. Они сами сказали, типа, давай, делай рулетку, типа. Навык еще не готов. Но если люди сами хотят скама, ну, что я могу сказать? Ну, тут уже... Тут уже, как бы, вопрос не к тому, кто делает рулетку. Уже вопрос к тем, кто покупает рулетку. Значит, им нравится вот так терять свои деньги. Те люди, которые рулетку донатят, значит, им нравится терять свои деньги. Тут уже вопрос не тем, кто делает рулетку, а тем, кто... Ебать, я зажимщик. Блин, СВД взял и зажимаю. Блин, я никогда таким не был, да? Ресурсы. Тут есть ресурсы. Убил, да, посыпал, да, двое. О, челика вижу. Ты дурная, что ли? Сдохни да уже! Ну нормально, у меня команда попалась, ребят, из Кыргызстана. Кыргызы в чате? Кыргызы есть в чате? Команда из Кыргызстана попалась. Нормально так, пацаны, раздают лещей здесь налево и направо. Я в шоке, это что за зажимщик, блин? Как он зажимает? Ты что за кларшня, блин? Да это откуда он зажимает-то? Кто это, блин? А, я тебя нашел, собака. Я вам отвечаю, какой-то непонятный хип еще идет тут. Блин, это Сузуки, Музуки, кто ты, блин?
Давай, давай, давай. Вижу врага. Не знаю. Убей его, убей. Я просто сижу, зажимаю. Я умею летать. Ема, капля! Расскажи про тонизирующий напиток, я на какие-то говорю, потом расскажешь. Там как ты думаешь, что лучше? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, тебе всем удачи и всем пока-пока.